представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Политика Китая в отношении иностранных социальных медиаплатформ несопоставима с позицией США в отношении TikTok. До тех пор, пока они соблюдают китайские законы и регуляции, мы всегда приветствуем вход на китайский рынок всех типов платформенных продуктовых сервисов. Это положение применяется равномерно ко всем иностранным предприятиям без дискриминации. TikTok полностью зарегистрирован в соответствии с законами США, законно работает и соблюдает регуляции, находясь под надзором государственных органов. Тем не менее, США приложили большие усилия, чтобы подавить его с использованием государственной мощи, стремясь не только ввести запрет, но даже пытаясь заставить его продать часть активов. Поистине иронично, что сама Америка, страна, которая гордится свободой слова и заявляет о себе как о свободной рыночной экономике, использует государственную власть для подавления конкретной этой компании.